наличие достаточного количества качественной суши, то есть отстроенных рамок для магазинок и корпусных на пасеке. Это необходимое условие для эффективного использования пчел при медосборе. Если хороший взяток, пчелы несут много напрыска, то здесь только успевай подставлять магазинки, как говорится. И достаточное количество магазинок с сушью позволяет не жалеть их и пчелам более качественно давать вызреть меду. То есть пчелы максимально используют медосбор, постепенно высушивая, доводя напрыск до качественного меда. Достаточное количество суши позволяет не откачивать незрелый мед, как порой кое-кто делает, а дождаться полного вызревания меда, то есть состояния, когда собранный мед пчелы запечатывают. Свою сушь я храню в тамбуре амшанника, зимовника. Вот просто в стеллажах таких. Корпуса ставлю один на другой. Корпус для защиты от моли использую в корпусах полынь, которую заранее заготавливаю, высушиваю на солнце. И вот семенную часть веток этих я ошмыгиваю и засыпаю прямо сверху на корпус. Полынь, стараюсь равномерно, чтобы попала полынь, вот это семена полыни, во все промежутки между рамками. Жалеть нежелательно ее, не жалею я особенно полынь. Стараюсь максимально насыпать. За уже более чем два десятка лет у меня не было случая, чтобы вот эти рамки были поражены молью, испорчены молью. Порой даже некоторые корпуса, вот эти магазины, бывали годы, когда у меня по 2-3 года стояли они. Я их даже не использовал, не проверял. Но по истечении этого срока открывал и использовал их. То есть они были чистые от моли. Хотя на пасеке, в общем-то, моль появляется. Особенно под полошками вот старенькими порой открываешь, появляется моль. И как бы ни старался ее уничтожить, она постоянно прибегает, наверное, со стороны. Например, в ловушках, когда в ловушке приходится ставить рамки с сушью, то часто через некоторое время они оказываются полностью уничтоженные молью. Моль устраивает себе питомник в этих ловушках, в которых стоят рамки с сушью. Таким образом, я устанавливаю корпуса один на другой до 10-12 штук. Сверху на верхний корпус также его закрываю полошком и закрываю крышкой. Это на случай, чтобы там мусор не сыпался, если какая-то капель вдруг будет с потолка. Короче, крышки полностью защищают. Таким образом удается, я считаю, что не потратив много усилий, сохранять прекрасно всю сушь
До следующего сезона. Полынь таким вот образом защищает и от мышей. По-видимому, она отбивает запах при большом количестве вот этой семян полыни. Наверное, там такой запах, что у мышей отбивает всякую охоту проникать в корпуса в эти. Не было случая, чтобы прогрызли корпусы и мыши добрались до суши. Хотя в Амшаннике у меня такие случаи были, пока я не стал ставить по несколько мышеловок и периодически меняя в них приманку, сыр. При этом удается отлавливать всех мышек, а не успевают они добраться до корпусов с пчелами, с медом, с пергой. Аналогично магазинным рамкам, корпусам, я храню и корпусные рамки. Вот таким же образом корпус с рамками ставится, заполняю, засыпаю его полынью, семенами полыни и он благополучно дождется следующего сезона. В этом году я существенно обновил рамки в корпусах пчелиных семей. Навощив достаточное количество корпусных рамок с весны, я подставлял их, и пчелки очень много оттянули их, отстроили. Старые рамки я убирал, поэтому в этом году в зимовку у меня только будет заложены 3 корпуса с корпусными рамками и 17 корпусов, то есть 170 рамок более старых, темных, я приготовил для перетопки воскотопки, что весной будет сделано.